игры. 3 победы, 1 ничья. Ух ты, 2 ничьи, 2 победы и Виноградов. Что ж, матч начинается. Два матча сейчас. Опасный момент. Щимба! И неужели будет забитый? Кто? Панкратов! И что? Гол! Забивает. 11 номер югорской команды. Александр Виноградов снова высоко прессингует. Ухта и снова Перевалов. Нужно бить. Что еще делать-то? Ситников. Столба высокого уровня. Москалев. Москалев. 1-1. Михаил Москалев забивает гол. Ворота. Газпром Югры. В том, что... Еще один момент. И снова пробил, но Щурок выручает. Мим. Педала. Ситников можно пробить. У игры Парадинский. Шестеро. Забивает пока всего лишь один забитый мяч в этом матче. Еще один. Угловой. Еще один момент. Ситников. Ситников пробил. Ситников. Рядом с ним Мурашов. Может быть, отдать передачу. Перевалов. И упустили еще... Плохо было видно. Пал поделился с мячом с Лукасом Педалой. И угловой. Секунду расскажу. После углового, поскольку бьет Артур Мелконян! Самый лучший из армян – это Арчи Мелконян. Гол забивает Артур. Свой день рождения. 2-1. Вадим Яшин. Всего лишь 13 игроков в заявке. Апме. Удар. И Андрей Афанасьев. Ух ты! Что ж делает Андрей? Жоао Гильерми. Гол забивает Жоао Гильерми. 2-2. Чем-то похож этот удар на удар Артура Мелконян. Никто не смог. А, кстати, даже Кирилл Мелконян. А? Пока нет необходимости. Ногу кого-нибудь. Бежит Кирилл Щурок. Показывает свой дриблинг. Парадинский. И гол забивает Филиппе Парадинский. Вамос! Кричит Парадинский трибунам. Из Синары. Это Мурашов. Виноградов. Афанасьев. Москалев, выход 1-1, Москалев, 4-2 в этом матче, Михаил Москалев, дубль, оформляет. В этом как раз таки и опасен Андрей Афанасьев, нельзя давать ему разворачиваться. Москвы забрасывает на Пирогова и шансу. Пирогова и шансу. Пользовалась этим шансом Жоао Гильерми. Забивает гол ворота Кирилла Щурка. Шена один. Против него Мурашов. Удар и 4-4. Хет-трик Гильерми. Ну. Еще один шанс у Гильерми. Удар Парадин. Выход 1-1. Афанасьев забрасывает на Крылова. Неплохо играет, но опять же. Еще один удар из со стороны югорского клуба. Увидим ли мы голы? От ух ты, увидели гол! Филиппе Парадинский! И всю злость, свои эмоции вложил. Вамос! Филиппе Парадинский. Симба. Пока что во втором. Хороший момент выше. Чимба тянет мяч. 3-2, контратака. Мурашов. Шестеров против Щурка. Удар. Гол забивает Николай Шестеров. Что я вам говорил? 5-5. После, наверное, после... Ну, если не... Козлов разыграть. Угловой. Парадинский гол! Филиппе Парадинский, потрясающий по силе и точности удар от Парадинский! 6-5! Гол забивает Евгений Мурашов! Евгений Мурашов!
7-5 в этом. Неужели будут бить? Бьет, но ми. Гилерми. За этим моментом Шестеров против Белова. И гол забивает Шестеров. Переиграл он Белова. И счет 7-6. Капитан, ух ты. Капитан Крылов. Жоао Гилерми. Кто-нибудь Жоао Гилерми может пробьет. Просто пробить. Все.